Так. Ветер-то ничего. Всем привет! Сегодня у нас понедельник. Вчера, наконец, мы провели для пожилых день пожилых людей, хотя сегодня он по календарю 1 октября. Значит, понедельник, день провели, день пожилых людей, и у нас начинаются рабочие будни. У меня дома. Дома все запущено, засрались навозом, навоза уйма. Зацепил тележку, сейчас вы видели. Да, еще сегодня погода у нас начинает портиться. Дует сильный ветер, поэтому прицепил микрофон петличку. Возможно, будет звук не очень хороший, не совсем объемный, как на видеокамере. Если без микрофончика, то будет задувать, думаю, встроенную систему. Да, стояла тележка, как мы тележку разгрузили. Двухосная, 2 ПТС-4. Затянул я ее в огород, поставил, и сейчас зацепил маленькую тележку. Буду грузить в маленькую тележку этот навоз и буду вывозить на огород, складировать это все в одну кучу, чтобы это все перепрело. Вот, трактор сегодня завелся замечательно, хорошо. Морозов еще не было. Ну, погода, наверное, возможно, еще раз повторюсь, будет портиться. Так что суровые деревенские трудовые будни, как мне сказали на днях, заведите коров больше, будет еще молока больше, продавать это бизнес, это хорошо. Но, друзья мои, сколько с этих коров говна, если бы еще его продавать, там, или как-то его пускать в переработку какую-то. Так что говно мы просто сейчас навоз коровий будем вывозить. Да. Так что интересного, возможно, для вас что-то будет интересное, что-то не будет. Суровые трудовые будни, еще раз повторюсь. Тебе вот про ботву скажи. Ботву еще надо. Зацеплю потом. После к обеду 2 ПТС-4 тележку, затащу ее, буду в тележку складывать ботву эту, и потом буду вывозить. Так, жечь не будем, ветер сильный. Жечь не будем, ветер сильный. Так что, друзья мои, добро пожаловать к нам в деревню. Так, ну все, сейчас прерываемся на какую-то рекламу, возможно, YouTube ставит рекламу в это место, может быть, не ставит. Ну и начинаем грузить. Как грузить навоз, я не буду снимать, а что тут грузить? Вам вилами кира, бери дальше, кидай. Вот бери вы... больше, кидай дальше, отдыхай, заведи, пока летит. Коров, за каждый подойди. Ладно, все. Не хочу говорить. Темное лицо. Чё, грузи говно, чё? Работай давай. Вчера вот на празднике подегулял. Так, короче, накидал тележку, еще не совсем. Сейчас тут догружу ее до полного, подберу, вывезу и еще подъеду. Короче, тут на целый день, друзья мои. Вот оно, цена молока. Угу. А вам кто так скажет в городе? Кто вам мешал каждый день его вывозить? Кто мешал каждый день, потому что с утра, как в армии, подъем, и то на одну работу, то на другую. То картошка, то рожь заколосилась. Как в том мультике. То свекла заколосилась в мультике там. Хорош, вот тебе и работа в деревне. Можно работать, можно держать, можно жить, но тогда нигде не работать, только заниматься хозяйством чисто. И то это тогда надоест, потому что много знаю кого людей, кто держит. Они ездят отдыхать там куда-то на недельку, на день, на два, на три. Хотя это по большой степени очень мало. Все как бобики вкалывают. Вот так вот. Кто начинает там учить? Вот, надо вот так делать, надо так. Да идите вы в задницу, учите сами. Не надо ругаться. Ладно, все.
Ну ты ж не накапливал столько лет, а на тележке возил. Маленько это. За две недели накопилось. Картошку копали, не до навоза было. Выгнали, управились и пошли дальше. Да. Праздник деревни, то концерт какой-то. Как мне говорят, да зачем тебе эта культурная жизнь, если дома ничего не успеваешь? О, зачем она тебе, культурная жизнь? Ну это работа, ладно, а так? Зачем эта культурная жизнь? Ну? Друзья мои, душа должна петь, отдыхать и самовыражаться. Нет. Ну а что, не так разве? Ну это же любимое твое дело. Ну, да. Это же ты никак на это, на каторгу, на работу идешь. Не, ну я и говорю, душа должна петь и самовыражаться, развиваться. Нужно любимым делом заниматься. Да. Пусть даже это и работа. Это же хорошо, когда работа является любимым делом. Да, почему люди говорят, ну, а что вы там? Кто-то говорит, что вы работаете за маленькую зарплату? Во-первых, большой тут не найти. Да, большие тут не найти, да, на самом деле. Большие зарплаты все в городе. На север не уедешь, скотина. А что на север едешь? Поедешь. У нас вон. То ли приедешь оттуда, то ли нет. Кто на север ездил, да, там, мужичков. Мужички загуляли, кое-как приехали там. Всей деревни, вся родня собирала деньги на билет. Или в другой момент могут просто-напросто кинуть. С деньгами тоже были. Да и в дороге всякое случается. Но. Ну не то, что боишься, но рисковать вот как бы. Вот и вся любовь. А где большую зарплату найти? Ну, просто самовыражение такое. Вот. Ой. Ну да. Сейчас будет в кадре Вова работать. Вон куры, видишь, гребут. Бегом на навоз. Они вон облиняли, хвосты потеряли. Ну, линяет. Линяет. Отрастут. Вот поэтому мы работаем за маленькую зарплату. Потому что рабочий день у нас сократили, работаем на неполный рабочий день. Ставки были. Вот она и маленькая, у тебя же почасовая рабочий день. На эти часы положена твоя зарплата. Был бы полный день, была бы зарплата больше. Оно вот так вот и хватает и для дома, для работы. Почему нам срезали, маленькие стали зарплаты? Потому что выполняет майские указы нашего президента Путина. А фонд заработной платы остался тот же самый. Там чуть-чуть дали, как-то денег пришло с федерального центра, и все. А говорят, вот берите свое, развивайте производство на местах в области. В области, в нашей Омской. Развивайте на местах работы, рабочие места в районе, в райцентре. А рабочих мест нет. Все. Что развивать? Да. Вот ферма одни скелеты стоят везде, не только у нас в районе. Людям приходится. Вот такие колхозы были. Да. Руководство сокращать. Часы работников. Ну, в райцентре еще, может быть, более-менее, как она в селах, на периферии, там, сокращение рабочего дня, часов. Хотя, какие-то мероприятия значимые, в любом случае, они должны проводиться. Так что вот так вот. О, хотите, какую горочку, горочку наклал. Мероприятие должно провестись. Не то, что должно, но все равно людей как-то нужно развлечь, да. Отвлечь от этих серых будней. Ну да. Вот вчера у нас хоть и не так много пришло, как обычно, погода хорошая была. Все дома работали. Дома работали, но к зиме готовились.
считай, что. Ну, весело было, что. Кто пришел, тот отдохнул. Да. И мы вместе с ними. Так, сейчас их тут вот вроде как зачистил мало-мало. Потом еще почищу, когда. Сейчас еще тут следи, ладно. Надо и эту сторону еще накидать. Ту накидал на телеги. А тут колесо слабоватое. Сейчас накидаю. Ветер сегодня. Ну, солнышко радует, что дождя пока нету. Но обещали. Обещали же. Главное, сухо. Хорош навоз. Он аж загорелся там. Мокрый, не сухой. Горелся, да. Золото деревни. Черное золото деревни. Ой, черное, ну. Телега опустилась. Да ладно, тут потом. Включай. Так, друзья мои, вывез одну тележку, сейчас поставил вторую, зацепил уже. Это, то есть, нагрузил ее. Дует снова сильный ветер. Вроде как бы расцвело, более-менее светло стало. Но ветерок дует. Вот зацепил петличку. Заметил, что встроенный микрофон на камере гораздо лучше записывает, чем петличка. Звук вот устроенного микрофона Sony какой-то более насыщенный, такой глубокий. А петличка как-то она... как-то, ну, работает, звук неплохой, но все равно... встроенный в соневский гораздо лучше, качественнее. Хотел сейчас, вот вывозил, когда смотрю, парень с треногой, кришнаид, у кришнаидов там вот смотровая площадка есть, залез и с зеркалкой снимает, с зеркальной камерой на треноге, на штативе снимает, тоже меня снимает, тут вот как я на тракторе езжу, потом окрестности. Кришнаиды, община Кришны, здесь вот у меня на огороде там, ну не у меня, вот у нас на огороде живут, дом поставили, делают фильм, не знаю на какую тему, по своей там кришнаитской тематике или просто там какое-то направление фильма будет, не знаю. Ну, парни ходят с зеркалкой, снимают или просто для себя, может быть, блог там свой ведет, не знаю, честно сказать. Не подходил, ну смотрю, вижу, снимает, но я тут... Солнышко как раз вышло, и солнышко было за ним. Я его пытался, так, с камеры снял, но получилось немножко темновато. Так, не очень хорошо, красиво видно. Но он меня тут увидел, сразу раз, развернул камеру, то давай свое что-то снимать там. Ну, а я потом, когда уже это, поближе подъезжать стал, смотрю, он свернулся и ушел. Вот, ребята тоже кришнаиды держат. Купили 2 года назад 2 коровы. Здесь в деревне. Сейчас у них, то есть на данный момент, 2 коровы, бык большой, производитель, телка, недавно отелилась, снетель, и телята. И еще они в том году прикупили, тут тоже у одного мужичка, лошадь. Они тоже в этом году испытывают какие-то трудности финансовые, потому что у них всегда были деньги спонсорские, спонсоры денег давали на корма, а в этом году, говорит, подходил парень, кое-что спрашивал. Вот как-то недавно, говорит, спонсора не нашли. Сено заготовили только стажок один.
Ну, говорит, не знаю, что будем делать. Ну, заготовили своими силами тут, косили косами. Огороды-то все у всех заросшие. Косили косами, ну и складировали, сделали, скирдовали стажочек один. А так они покупали, постоянно покупали им, спонсоры денег давали, они покупали тюки с сеном. Вот так вот. Ну, не знаю, посмотрим, как будут зимовать. Они тоже подходили, продай сено. Я говорю, какое сено, тут сам без сена, у самого сена в обрез. Хватит, не хватит. Скотина тоже есть, стажки небольшие. Вот. Вот такие дела. Ладно, сейчас прервусь, поеду, вывалю еще тележку и третью тележку затолкаю, буду грузить. Еще там надо, еще одна куча лежит большая. Так что вот так вот, смотрите, возможно, этот парень с общины кришнаидов сделает там какой-то видео, фильм или какой-то там ролик. Не знаю, для чего снимает. Ну, хотя, с другой стороны, блогеров здесь летом у нас блогеров дофига. Ходит там, снимает там что-то, это снимает, это. Тут битком людей. Да, сейчас покажу, где он стоял, парень этот. Так, вот. Вот у них вот такая вот смотровая площадочка, вот где стул лежит белый, перевернутый. Вот он. Оттуда очень хорошо вид такой у них красивый. Вот. Это община кришнаидов. Ладно, все, не будем тянуть резину, пойдем грузиться. Вывозить, то есть.